Вуди и еще один Вуди. А сейчас мы покажем следующую серию о жизни капитана Гудлайфа. Ура! Капитан Гудлайф, мой любимый герой! О, Вимпуль, принеси-ка мне стакан морковного сока. Уже принес, а? Тогда будь другом, выпей его за меня, Вимпуль. И минуту, сэр. А теперь рыгни для меня, Вимпуль. Да, сэр. Это шоу прикалывает меня. Как бы я хотел, чтобы кто-нибудь прислуживал мне и исполнял все мои прихоти, прямо как у капитана Гудлайфа. Эй, сними этот чизбургер со своего клюва и взгляни на это. Это незатейливое устройство для домашнего клонирования позволит тебе создать твою точную копию прямо у тебя дома. У вас будет два раза больше веселья, в два раза больше сделанных дел с вашим собственным добросовестным клоном. Мой собственный клон? Правильно. Не раздумывай, закажи себе устройство для домашнего клонирования сегодня. Если я сделаю себе клона, то мне никогда не надо будет делать никакой работы. Даже у капитана Гудлайфа нет клона. Привет, это Вуди Вудпекер. Я хочу заказать устройство для клонирования. Специальная доставка для Вуди Вудпекера. Подлейте синий геногель в булькающую жидкость, добавьте свой собственный генетический код. А? Если бы дятел, то для этого подойдет перо из хвоста. Что, вырвать перо из хвоста? Просто сделайте это. Подожди-ка. Если одно перо сделает мою точную копию, тогда вдвое больше перьев сделает мою копию вдвое лучше. На. Смотри, неплохо выглядишь, дятел. Ты почти такой же симпатичный, как я. Хорошая работа, я должен сказать. Да-да-да, раз познакомиться, рад видеть тебе симпатичное местечко, как этот деревянный домик до сих пор стоит. Смотри, у тебя несколько твоих перьев. Где они? Чепуха. Ладно, хватит шуток, хватит болтать. Ты здесь, чтобы превратить мою жизнь в удовольствие. Так, для начала ты можешь заткнуться. Дай подумать. Я хочу... Да, принеси мне... Мои пушистые тапочки. Твои пушистые тапочки. О, как ты узнал? Я это ты, помнишь? Подожди здесь. А, что это? Неплохо. Теперь дай подумать. Я хочу, чтобы у меня была легкая и приятная жизнь, как у моего героя. Ва! Капитана Гудлайф. Чтобы жить такой жизнью, ты должен учесть каждую деталь. Поменяй гардероб на капитанский. Что ты делаешь? Что, по-твоему, ты... Нет, это не то. Нужно кое-что добавить. Но украшения. Вот так. Нет уж, подожди, я... И для полного костюма гавайская юбочка. Ты злишься, я прав? Да, я злюсь. Ты здесь, чтобы исполнять все мои прихоти. А не превращать мою жизнь в цирк. Да-да-да, ты злишься, я понял. Используем наше кровное родство только для твоего удовольствия. Я даже знаю, как это сделать. Знаешь, откуда я это знаю? Потому что я это ты. И я всегда знаю, как развеселить тебя. Мороженое с шоколадом, я угадал? Я угадал? Да, я всегда это ем, чтобы поднять себе настроение. И я как раз подумала об этом. Я сделаю еще два, хочешь? Посмотри, еще два. Как насчет еще двух? Еще два, еще. Ладно. Ты все испачкал. Слушай, ты болтливый, тупой, неуправляемый дятел. Не нервничай. Знаешь, что тебе сейчас нужно? Приятная теплая ванная с пеной, чтобы ты успокоился и помылся. Сейчас я ее сделаю. Я создал монстра. Я должен избавиться от него. Меня, то есть его, пока я не разрушил свою жизнь. А вот и ванна. С пеной, как ты любишь. Присоединишься? Кто я, конечно.
Ведь я люблю все, что любишь ты. Да, но я люблю очень много пены. Конечно, так веселей. Как можно больше пены. Иди к папочке. О нет, не делай этого. Сделаешь хоть шаг, и утке будет плохо. Единственный, кому будет плохо, это тебе. Если он это я, то я бы, наверное, замаскировался. И маскировка, которую бы я выбрал, была бы... Здравствуйте! Не обращайте на меня внимания, я просто иду в театр. Авраам Линкольн, я просто репетирую свою речь, пока иду. Давным-давно, 7 звездных воинов назад, когда не знали, что такое электричество, наши предки задумались о смысле жизни и... Эй, что это? Ты не можешь сделать это со мной, твоя жизнь будет ужасной без меня! Я таю! О нет, это жестокий мир! Фу. И запомни, в легкой жизни нет ничего хорошего. Не пытайся жить только легкой жизнью. Ты должен сделать что-то еще. Убери весь беспорядок у себя дома. Капитан Гудлайф прощается с вами до следующей встречи и говорит: приятной жизни! А, это и есть приятная жизнь. Ах.